Добро пожаловать в новый влог Морозовой Елизаветы тире Ивановой. Я не меняла фамилию, но думаю поменять. Это так муторно. Но мы не об этом. Сегодня понедельник. Мы решили остаться на даче. Не знаю, довольна ли я этим решением, потому что будет 14 февраля. Я думала отпраздновать его в городе. But it's okay. I'm not complaining, darling. Я не жалуюсь, дорогой. У нас веселое утро. Аврора Аркадьевна, как твои дела? Все хорошо? Well, no comments here. Новый день, дамы и господа. У нас уже утром были съемки с Аркашей. Снимали всякие материалы для наших соцсетей. Сегодня солнце, пойдем гулять. Сейчас с Авророй. Аврорины носочки. Сейчас будем переодевать ее и гулять. Посмотрите на это чудо с хвостиками. Футболки born to be happy. Еще одно чудо. А где у тебя булавочка? На стиральной машинке осталось. Мы всегда спили перед тем, как... Слава богу, что вытащили. Вчера. Очень красивая у тебя футболочка. Там еще должна быть надпись «Лиза и Аврора» на булавочке. Ай, а сзади покажи, я же сзади не показала. Filled by... Смотри сзади. Да я тебя сзади. Fueled by eternal love. Unconditional love, man. Okay. Аркаша любит соевый соус. У тебя же был китайский Новый год, и я огромное количество рецептов видел, китайских народных. И там, конечно, очень круто, не знаю, сколько они там используют всяких соусов. Но это очень мило. У нас семейный обед, вот. Сейчас будет семейная прогулка, да? Да. Так, Лёва, давай так, я не буду работать сейчас. Ты идешь? Идем. Там поезд разговаривает с поездом? Не едет. Я не едет. Ты прям хиппи, у тебя цветы в волосах. Надпись Born to be happy. Рожденный быть счастливым. Привет. Привет, Бося. Привет, baby. Привет, Чака. Привет, Зайка! Ой, привет, это я, Зайка. Привет! Ребята! Привет, ребята! Я ослик. Она ослик как раз. И Буся. И Буся тоже. Мама! Кто не спит у нас днем? Аврора поет песенки. И не спит днем. Очередной чудесный день. Я очень хочу спать. Я хотела спать днем. Я мешаю еду, которую готовит моя мама. Это не я готовлю. Я просто ее употребляю. Боже, как хорошо в деревне. У мамочки. Чувствую себя ребеночком сразу. Мы много гуляли, ребят. Сегодня. Я танцую и делаю барабан. Барабан. Сегодня 13 февраля, и Аркаша подарил мне цветочки. Нашел способ доставить цветочки за несколько часов от Петербурга. Учитесь. Да, подписывайтесь и учитесь. Реклама. Это не реклама. Это не реклама.
Я постепенно начинаю выходить из зимней спячки. Начиная с декабря я очень много болела. И в основном, как и многие, проводила время дома. И физической активности было очень мало. Но аллилуйя, наконец-то март на дворе. И я вновь постепенно и нежно начинаю возвращаться в спорт. Сейчас меня больше всего привлекает пилатес, небольшие зарядки, растяжка, что-то спокойное. И сегодня хочу вам рассказать про чудесный сервис FitStars. Я уже много раз сотрудничала с ребятами и рада вновь рассказать про них. FitStars — это огромная платформа про wellness, то есть там можно найти и тренировки, и курсы, и рецепты. А тренировки можно найти на любой вкус, запрос и время. Есть даже мини-тренировочки по 7 минут в день. И очень классная функция — это тренировки для детей от 3 лет. Они проходят в игровой форме, и это отличный способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни. И мой любимый тариф, легендарный безлимит, навсегда вернули. Плюс теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. И сейчас действует акция «Весенняя перезагрузка». Тренируясь, оформляя подписку «Легендарный безлимит навсегда», ты получаешь крутые бонусы. Такие как умные весы и сертификаты до 5000 рублей в магазин FitStars Shop. Ко всему прочему, мой промокод Лиза дает тебе скидку 70% на безлимит навсегда. Этот тариф будет расти в цене, поэтому не откладывайте покупку, а переходите по ссылке и забирайте это выгодное предложение. Вся информация будет в инфобоксе. Короче говоря, Аврора не спала всю ночь. Сейчас чем-то она проснулась, мне кажется, до 5 утра. Это были крики, прыги, попытки пойти вниз. То другое, третье. Плюс она ела всю ночь меня. Я просто в ахере. Такой красивый снегопад это. С ней, с днем всех влюбленных. Мне сейчас должен быть урок по американскому акценту. У нас были жуткие истерики у Авроры. Хотела все отменить. А, к нам приехала помощь. Вчера вечером наша няня на день или два сюда. Но Аврора, естественно, не хочет от меня отходить. Это всегда так тяжело выбрать себя. Еще спать хотела. Хочу, наверное, не знаю, уже не понимаю. Буду заниматься. Попробую, по крайней мере, не получится, отменю. Мы сейчас пойдем гулять во время легкой снежной бури. Пурга. Красиво. Просто снегопад. Ну, снегопад. Ну, легкий snowstorm. Небольшая буря. Но она так, кто приходит. Ну, кто приходит, то уходит. Бывало, было. Так, мы так празднуем День Святого Валентина. Так романтично празднуем Святого Валентина. Ну, хоть что-то, блин, вдвоем побыть вместе. Можем потом спрятаться в комнате какой-нибудь. Тебе работать нужно. Я знаю, но мы можем спрятаться в комнате. И ты будешь работать там? Нет, мы можем там. Романтика. Ты прям под джинсы надеваешь? Ага, не очень удобно, да. Слышу, Аврору, беги! Прячься просто, пока можешь. Ирина, может, она тоже захочет гулять, посидет. А, пробуем, сейчас посидеть сама. Просто без нас. А мы в городе отпразднуем еще? Ну, я хочу, да. А только. Я хочу еще раз в кино сходить. Мы недавно сходили на Вилли Вонку. Это был первый раз, когда мы пошли в кинотеатр. Я не снимала вроде. Почти что там месяца 8-го, не знаю, да? Берем. Ну, да какого 8-го? Я вначале ходила на Дюну. Это все? Было... Больше мы не ходили? Ну, именно в кинотеатр. Короче, больше 2 лет. Представляете? И вот мы недавно сходили на Вилли Вонку с утра. Да. И было очень классно. А я хочу сходить на «Мальчик и птица». У нас созвон с Пятигорском. Аврора целует экран и обнимает телефон. Я хотела на память заснять, как она это делает. Вот. Поцелуешь бабушку? А все. Все? Папа. Поцелуй бабушку. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Вот так. Дуй, давай. Ой, какой большой стал огонь. А может, ля-ля-ля, потанцуем, ля-ля-ля? Аврора, ля-ля-ля, потанцуем, иди сюда. Давай. Нет, не ля-ля. Все, пока. Папа, пока. Ты, может, ты ля-ля? Нет. К
день моя старшая сестра улетела на Бали всей семьей. И вот, наконец-то, она вышла на связь. Спустя несколько дней позвонила мне по видео сейчас. Я так, ты правильно сказала, они там отлетели, короче, вот после России, школы, всего, всех дел. Они давно не выезжали никуда, ну, прям вот так вот на месяц. И они выехали, сейчас просто там балдеют. Она сказала, что пляжи жутко мусорные. Mm-hmm. Она пока что не нашла чистый пляж, именно пляж. Но там не пляжный отдых, в принципе, многие говорят, что Бали это... Ну, можно найти, но это не пляжный отдых. Но сама атмосфера для жизни, она говорит, просто уезжать не хочется. Она позвонила мне из какого-то... Ну, короче, какая-то коворкинг, там mm-hmm. и ресторан, там и йога. Это все вместе, там и магазин, где продаются всякие штуки, вот полезные добавки, и веган-мороженое, и, короче... Mm-hmm. Просто она мне все это показывает, там еще и одежда это. Потом скинула мне детский магазин одежды. Она походила со мной по территории, показала все. Такая, вот тебе прям это твой рай, тебе там тут так понравится. Такая, спасибо, что позвонила. Это вдохновляет очень, на самом деле, правда. Хочется съездить. Мы хотим съездить. Это не секрет. На солнышке погреться. Аркаш тут сидит, работает. Я с ним болтаю, он говорит, что я его не отвлекаю. Не отвлекаешь. Вот если бы мне так делали, меня бы отвлекало. Тебя все отвлекает, даже мое дыхание. Дыхание. Это невозможно просто. Даже если бы я умер как-то не так. Ну, в смысле? Ты такая, боже мой. Нет. Мог нормально. Нет. Ты шутишь. Шучу, конечно. Джинсы какие красивые. А мне нравятся. Я очень люблю твои джинсы. Ты, правда, почти выросла из них. Джинсы. И нужно покупать взрослые. Ой, взрослые уже. Более взрослая одежда. Мамка. Опа. Где рука? Где рука? Покажите. Вот, вот сюда, вот сюда. Вот так. Ага. И вторая рука. Куда, 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 куда? Расскажите мне, куда ручки идти? Куда идти? Вот сюда, ручка, сюда иди. О, да, правильно, ручка, спасибо. Теперь ножка. Собака, смотри, как ножка пойдет. Смотри. Какая ты манюшка. Собака. Вау. Мне нравится. Мне тоже нравится. А тебе нравится? Тебе нравится аутфит? Все, идем вниз. Идем, идем. Открывай. Сейчас, Аврора, я бутылочку возьму, хорошо? Сейчас, я быстро. Я только бутылочку возьму, мне надо воды налить, я пить хочу. Все, идем. Привет. А мы будем лошадку приглашать играть? Нет. Нет? Пусть валяется там. Вон она лежит на полу. Мы не будем с ней играть? Да, будем. Будем? Хорошо. Ой, какой красивый человечек, свитер и джинсы. Привет. Ты поспала? Аркаша сгорел, мы мажем ему мазью лысину. Просто рассказываю вам. Ой, вместе. Вместе, привет. Ты поздороваешься? Все, отдай, ребята. Пока, ребята, мы играть. Скажи пока. Пока, пока, пока. Аврора, банан и кошка. Зарисовка. Пять. А где зайки? Пять. А посчитай, сколько заек? Один, два, восемь. Да один, два, восемь заек? Класс. А где барсук? Пять. Большой барсук. Как он лапки накинул наверх? Покажи, как лапки он сделал. Еще. Вот так. Вот так. Это у меня снэк перед сном, ребят. Пять. И песок не сломала. И заек. Песок не сломала, что ли? Ребята, пока помню, родители, в комментариях можете написать ваши любимые книги для малышей таких. Два года почти. Доброе утро, ребята. Мы сегодня уезжаем обратно в город. Очень хорошо. Здесь, конечно, хорошо. Я просто соскучилась по своему пространству. Еще у меня сегодня курьер с ДЭК, которого я уже каждый день на протяжении недели отменяю. Завтра у меня в 12 appointment. Плюс еда заканчивается, которую я могу есть. А, твои, ну да, ну понятно. Поедем на машинке в город, в нашу квартирку. Да. Все, она уже. Да. Решено. Там тебе подарочки будут. Уже заказала? Да. Подарочек заказала, очень классный. No, I ordered her sand, песочек.
специальный с маленькой песочницей, кинетический, чтобы она... Я не могу поехать сейчас с ней на море, поэтому я решила ей привезти. У нас теперь будет вся квартира. Не вся. Не вся, конечно. Не вся. Песочница дома. Все снимать хочу. Только начну снимать, они фары улетают. Или кошки подойдут, распугают. Понимаешь как? Ну, простегнись, потому что тише сделать, я буду за Аврору переживаю. Шатки, Аврора! Она не видит же языка. Поверните направо. Мы вернулись в город. Я заказала вазон, пришел подарок Авроре. Завтра уже с утра подарю такую штучку. Потому что я ей недавно показывала видосы, где мама с малышкой на море. У океана. И она такая, песочек. Я такая, да, тоже хочешь? Она такая, да, тоже хочу. Ну, типа, такого. И я решила, что раз пока мы не едем пока что на... Ну, вы поняли. Туда я и купила такую штучку. Обожаю покупать Авроре что-то. Вообще залипла на блоге мам. Выбрала книги, выбрала, что я хочу докупить ей. Уже у нее скачок большой в развитии. Ей уже скучно, что у нас есть. Короче, подбирала все это вчера очень долго. Смотри, сколько у нас звездочек. Сколько? Раз, да. Два. Кто еще у нас? Кобик. И? Пока. Черепаха. У нас свое море. Вот видите, надо еще купить песка. У меня много таких контейнеров есть больших. Да, класс. А я делаю крабика. Упала. А я делаю крабика. Крабика. Я тебе купила новых книг, они сегодня придут. Ёжик. Знаешь, как ёжики говорят? Вот так, смотри, вот так же. Да, вот так. Привет, влог. По моим глазам видно, что я заболела? Заказала еды. Салат. Из Angel Cake. Да, он немножко распался. Тост с авокадо. Хотела еще сделать распаковку небольшую. Решила не брать ножницы. Угу. Так делают такие эти видео, где вот так вот делают пальцами. ASMR. Просто пришла штучка от Road. Моя любимая крема от Хейли Биби. Я такое еще не пробовала. Решила заказать, попробовать, потому что он был одобрен медицинской организацией Энзема. Вот этим был одобрен, короче. И это для чувствительной кожи хорошо подходит. Такой он супер нейтральный. Ну и просто мне хотелось попробовать. Дам знать. Начнем еду. Такое ощущение, что я последние 3 месяца постоянно что-то приболеваю, заболеваю, ла-ла-ла. Зима. И, видимо, какой-то фоновый непонятный стресс. ХЗ. Что это такое? Я люблю со всех сторон. Я со всех сторон люблю рассматривать свои болезни. Когда они происходят, я думаю о психосоматических штуках. Может быть, что-то происходило там. Зажалась я там, обида какая-то. Ну, и, естественно, просто физиологические. Кто-то заразил. Я слышала, что на Бали в первую очередь отводят людей на массаж, когда они заболевают. Что у них прям целительные массажи. Ну, работа с телом. Есть в этом что-то абсолютно, что мне кликает. Когда в нас зажимаются непереработанные эмоции, накапливаются, они приводят стресс, они вот эти вот блоки в теле рождают. И если их не прочувствовать, не выпустить, они потом как-то вылезают, иногда через болезнь. Много о моих мыслях про болезнь. Выпьем за здоровье сок с вишней и грейпфрутом. Без сахара. Хотя не то, чтобы это особо меняет очень много. У меня есть такая тема, что я не хочу себя снимать, когда я не супер вдохновляющая. А-ля болею, а-ля там какие-то рутины свои, которые скучные, мне кажется. Какие-то обычные штуки жизненные, знаете. Я больше хайлайтов все равно показываю, чтобы как бы делиться этой заряжающей энергетикой, так сказать. Но жизнь, она не такая. Увидимся скоро. Доброе утро, влог. Было несколько дней, я отдыхала, ничего не снимала, мне это нужно было. Через 10 минут у меня тренировка. Не дома. Бежим, заказываем такси, мне 5-7 минут ехать. В принципе, все успеваю. Я ненавижу опаздывать. В последнее время реально часто опаздываю. Я прям тот человек, кто меня бесит. Я не люблю опаздывать. Я уже такая, ладно, все, пофиг. Ну, такой сейчас период. Сейчас намажемся быстренько, гуашу сделаем и все. Вылетаем, ребят, вылетаем. У меня сегодня растяжка, я болела очень долгое время. Сейчас я вроде бы получше мне. Прошла опять лечение.
в очередной раз. И, о, как хорошо, она ледяная. У меня появился холодильник для гуаши. Не для гуаши, а просто для кремов. Всякое такое сейчас покажу. Либо потом покажу. И это кайф. Я его включаю только на ночь, чтобы мне с утра была вот такая вот красотень. Ладно, мы не будем сейчас полный массаж лица делать. Просто чуть-чуть. Чуть-чуть вот так разомнем. Вот так. Угу. Все, увидимся попозже. Мне надо собираться. Хала, лайфхак. Лайфхак пока не ушло. Я надеваю эту форму сразу же, чтобы просто снять джинсы и забежать в класс. Я хотела вам покрасивее снять, убрать все, но вот он. Стою. У меня сегодня тяжелый день, эмоционально очень. Прям последний день, в принципе, было такое. Из-за многих факторов. Некоторые общие факторы, как у всех нас, и свои личные. Думала на каток сходить. Вот мы были сейчас в Angel Cake, моим любимым в Новой Голландии. Там очень классные тортики. И я думала развеять, ну, на катке покататься, просто сменить как-то фокус, но не было сеанса. И просто мы сидели практически, молчали с Аркашей, пили чай антистресс. Что-то такое, такая сейчас полоса прям со всех углов лезет, знаете, бывают такие моменты в жизни. Надо держаться вместе и все равно продолжать верить, у нас нет другого выбора. Верить, действовать, быть светом. Аминь. Я вас очень люблю и спасибо, что вы подписаны на мой канал. Спасибо, что смотрите мои видео, комментируете. Мне очень это ценно. Очень ценю. Очень люблю свою работу и свою жизнь. И благодарна вам. Всем привет, Лиза на связи. Сегодня у меня хорошее настроение. Хорошее. Реально хорошее. Вообще бодрое такое. Записала 1001 кружочек про свою рутину. Как будто бы с лучшими друзьями болтала в свой телеграм-канал. У меня новый канал, кстати. Я же вам не рассказала. У меня новый канал. Я больше старый не веду. И он закрытый. И ссылка, если вам интересно, будет в описании. Я там кружочки записываю, скидываю всякие медитации, которые я издавала раньше, но больше они не продаются. Длинные посты, лайфстайл, все, все есть. А, еще есть закрытые длинные видео, которые я на YouTube выкладываю, но они только для вот этого телеграма. Очень мне нравится, там маленькая комьюнити и удобный формат. Короче, туда много очень записываю, потому что на YouTube, как видите, у меня не получается сейчас выкладывать каждую неделю. Хотя я очень-очень-очень люблю длинный формат, люблю видео, люблю влоги. Но это самый энергозатратный формат. И получается, как получается, лучше, чем ничего, ребят. Jesus. У меня просто кожа лучше никогда в жизни не выглядела. Вообще супер. Я вот счастлива. У меня сегодня был массаж. Расскажу вам тут тоже, что я делала. Массаж утром был. В 12. Я прогуляла йогу. Хотела сходить на йогу в 10 утра, была записана. Проспала и не жалею. Потом думала сходить на растяжку, не пошла. Поехала вот сейчас в СДЭК. Единственный неприятный момент, когда в СДЭК поехала. Каждый раз выхожу на улицу и потом думаю, зачем я вышла сюда? Зачем? Все так серо, и я была в ярком красном, оранжевом шарфе, и такая вся яркая, и ветер что-то подул, и я опять чувствую себя заболевающей сразу же. Я просто выхожу на улицу и заболеваю. What the fuck, man? Что я заказала витамин С, потому что нет! Я 3 месяца уже пытаюсь выровнять свое здоровье. Прям сейчас голова заболела, горло. Я такая, нет, мы туда не идем. Короче, съездила в ДЭК, ничего такого, рабочий день. Отпустила сейчас няню. У меня обычно няня до 4, сейчас уже 3:20. Аврора спит, надеюсь, еще будет долго спать. Я доделаю все дела маленькие, которые хотела доделать в кафешке, где-нибудь посидеть, поработать, но дома тоже отлично. Замечательно, прекрасно. Ну, раз мы с вами здесь собрались, я поделюсь с вами здесь еще мыслями кое-какими. Я сейчас сталкиваюсь с ситуациями, когда я что-то неправильно делаю, учусь брать ответственность за себя. То есть, знаете, какие-то маленькие моменты, поездка в СДЭК, там кто-то ошибся в номере телефона, что-то не так пошло какое-то, ну, суматоха, и сразу же реакция. Первое — винить кого-то вокруг, когда какой-то проёб происходит, ладно.
закройте уши своим детям. Лиза любит иногда поматериться. Вот эта детская хрень, позиция, когда вот какие-то штуки происходят, и мы злимся на других людей, обижаемся на других людей. И сразу же первая реакция — тыкнуть пальцем в кого-то другого. Вот ты идеальный, а все что-то не так делают. Сейчас я работаю с майндсетом, что я делаю что-то не так. Первая реакция, чтобы у меня была всегда... что я делаю не так, чем я могу улучшить себя, что я тут не так сделала. И ты так освобождаешь. Не ставить каких-то огромных ожиданий на людей и в первую очередь смотреть в свою сторону. Часто нас зеркалят в ситуации, что мы сами что-то делаем не так. Такие вот мысли сегодняшнего дня. Интересно вам слышать мои мысли. Потому что я читаю комментарии, и многим нравится просто смотреть, как я живу жизнь, я, типа, кофе пью. Были такие комментарии тоже. Типа, нам просто нравится за вами наблюдать. А вот вы говорите что-то не очень интересно. Такая, окей, я тогда создам телеграм-канал, где соберется комьюнити, который будет слушать все эти мысли. Там я как раз очень много болтаю. Очень много болтаю. Ладно, всем пиз. Любви вам, тепла, солнца побольше. Вот. Кто-то, может, из Сочи есть. Не знаю. У вас там много солнца, да? Не говорите мне. Не говорите мне про это. Вот. Когда нет солнца, будь сам солнцем. О, да. Дип. Глубоко риск. Ладно. Жду свой витамин С. И буду надеяться, что не заболею. Бай-бай.